Всем привет, с вами Фокса. Видите, продолжается событие бонус за загрузку парохода. Ну что я там поставила под загрузку. Сейчас посмотрю, что здесь у меня получится. Ну, слева пригодится, хотя это не супер. Ну, я сейчас иду в долину. Так, что тут у меня? Стоп. Да, ну хорошо, что не 6. Так, посмотрим, за что дополнительное вращение. Ага, смотрите, видите. Да, за грузовик дают 4 грузовика. За приманки. Ой, ну тут я сейчас заработаю. Но самое главное, чтобы были животные, которых тут вот надо собирать. Так, как же мне поехать? Ну, сделаю вот такой вот круиз. Так, вот я поехала за этим бегемотом. Так, наверное, знаете, как я поеду. Теперь приеду сюда. Даже какое-то задание ежедневное выполнила. Сейчас этого слона возьму. Так, вот теперь я подумаю. Сейчас возьму жирафа. Так, где тут ближайший заповедник? Возвращаться или где-то есть? Так, давайте я посмотрю. Ага, вот заповедник есть, да, вот тут совсем недалеко. Сейчас я еду сюда. Ну, я не уверена, буду ли я сейчас брать доставку. Сейчас надо посмотреть, куда она идет, доставка. Доставка ведет совсем куда не надо. Поэтому я еду сюда. Смотрите, мне не хватает всего одного хода, да? Ладно, что делать так? Я тогда приближаюсь к зоопарку. Все, значит, посмотрю, что я тут. И что же в этом ящике мне достанется? Все, возвращаюсь в город, занимаюсь городом, потому что ой, у меня тут всего потрачено. Так, давайте я посмотрю, что здесь. Угу. Так, ну, немного пшеницы надо еще. У меня растет соя, кукуруза. Ну, давайте я немножко кукурузы еще сделаю. А тут посажу тростник. Так, вот теперь я иду сюда, смотрю. Так, что у меня с этих блюд? Так, вот. У меня помощник там сыр делал. Ну, надеюсь, что он там хоть что-то уже так привел в порядок. Так, вот чего у меня точно нет, я вижу, что нужно срочно производить. Это хлопок. Так, все, возвращаюсь. Проверю, что с цветами, с букетами. Так, ну вроде все нормально. Так, вот теперь чай. Проверяю чай, потому что вы видите, как-то его мне очень быстро поразбирали. Так, с молоком. Такой чай и такой. Значит, осталось вот еще будет сделать
раза с молоком и обычный чай. Так, теперь я посмотрю здесь сколько. 12 уже восстановить. Ну, давайте я восстановлю до 15. И пойду смотреть. Ой, вот. Ну да, понятно, у меня тут хоть помощники немножко поработали. Сделали вон и сыра немножко. Ну, проверим, что здесь. Я думала, что уже все, здесь все сделано, видите, как самое последнее показала. А, ну да, я уже гамбургеры смотрела, точнее, хот-доги. Так, сейчас посмотрю, что с этими бутербродами. Так, и теперь салат. Значит, смотрите, что я хотела сделать. Мясо. Вот я пока сделаю вот эти, которые... Кузим сыром. У меня там сейчас помощник вовсю работает. Потому что, видите, обычно сыр еще вот сюда нужно. Так, здесь у меня все восстановилось. Проверю суши на всякий случай. Все-все вроде нормально. Соусы, да, вот соусы надо поправить. Делаю вот так вот. И посмотрю, что с конфетами. Да, я туда запустила две шоколадки. Это очень много. Так, что я тут хотела. Ну, здесь все есть, кроме... Так, все, если вот так я сделаю. Значит, и вот еще надо одну шоколадку будет запустить. Ой, что-то у меня тут вот я насобирала. Так, это мне помощники дали. Так, белок надо запустить. Пусть сидят там, отдыхают. Так, еще посмотреть. Так, ну, воск есть, а вот мед надо, да, теперь? Вот я, скорее всего, на мороженое потратила мед. Что я хотела? Могу я такое сделать? Могу таких 15, таких у меня только 11. Нет, давайте я все-таки сделаю пока вот два таких. Так, супы. Ну, насколько я помню, вроде у меня здесь уже почти все сделано. Кроме. Да, все сделано, прекрасно. Так, и варенье проверяю. Так, нужно вишневое одно сделать, да? Яблочное, вот про запас я делаю. Ну и апельсин. Ну, чтобы было по 12, потому что как-то вот уже расходуется. Так, я вот хочу, знаете, что сделать? Пока вот обычное мороженое понаделывать. Вот так вот. То вы видели, совсем мало его осталось. Так, соки, ну, на удивление, все в порядке. Вот с тортами, наверное, надо будет тут поработать. Ну, фу. Все так приличненько. Так, что я хотела еще. Ну, я вот хочу еще сделать вот два таких торта про запас. Так, хлеб у меня есть. Сейчас посмотрю, что... А потом я запущу сделать кукурузный хлеб. Не, конечно, пиццу я бы сделала. Давайте я посмотрю, что с сыром. Не, сыр я пока тратить не буду. А что я еще хотела сделать? Так, ну здесь я все запустила. Так, вот два.
Так, и что делать? Смотрите, здесь я могу сделать одеяло, будет 14, и подушка 12. Ну, давайте я пока запущу одеяло, а потом еще сделаю подушку. Что здесь у меня? Есть. А, вот видите, с сыром. Что еще есть, кроме того, чтобы сыр не тратить? Видите, ничего нет, только сыр. Все, сыр закончился. А что пусть там помощник работает, а то как-то что-то не наработал правильно. Вот видите, сюда сыр нужен. Так, пока сделаю вот так. Два и три. Ну, вот еще, опять же, видите, сыр нужен. Ой, да, сыр тут, конечно, сейчас большие проблемы. Так, куда-то делся у меня вот такой. Ну и... Все, здесь у меня уже работают помощники. И сейчас посмотрю, может, что-то с деревьев надо. Тут собрать урожай какой-то, но... Вот видите, оливы мало, я сейчас оливы еще соберу. Вау, у меня пилы закончились, что делать? Так, ну и оливу. Раз, два, три, четыре. Так, ну надо посмотреть, что тут мне подсказала Farm Pass. А смотрите, вот надо суповую кухню что-то продать. Ну все, тогда я сейчас запущу что-то. Что-то такое запустить, чтобы сильно не тратить какие-то вещи. Ну, я даже не знаю. А вот давайте вот два таких запущу. Все. Ну и тогда на сегодня я с вами прощаюсь.